Здравствуйте, в эфире программа «Азбука потребителя», с вами Мария Бодрова. Если у вас короткая прическа, но вам очень хочется длинные волосы прямо здесь и сейчас, есть один вариант – это наращивание. Сегодня будем разбираться в тонкостях этой процедуры, что такое коррекция и как выбрать хорошего мастера. Сегодня Виктория Сарычева специально для зрителей программы «Азбука потребителя» раскрывает секреты коррекции наращивания волос. Мы растягиваем коррекцию на 2 дня, потому что кожа головы очень чувствительная, и приходится выполнять ее в 2 этапа. В предыдущем этапе мы сняли волосы, и на этот раз покрасили корни, и сейчас будем наращивать волосы. Миф первый. Наращивание вредит волосам. Как показывает практика, волосы портятся не от процедуры наращивания, а от процедуры снятия, точнее распутывания чрезмерно отросших собственных волос. Это достаточно болезненный и небезопасный процесс, и его можно с легкостью избежать, достаточно обращать внимание на очередной срок коррекции. Коррекцию нужно делать вовремя, но понятие вовремя очень индивидуально. Кому-то через 2 месяца нужно прийти на коррекцию. Зависит от роста волос, от качества волос, спутанности там, все прочее. Вот. А кому-то и 5 месяцев нормально. Ну, это уже смотрит и клиент, и мастер. Миф второй. С процедурой наращивания волос собственные волосы не растут. Может быть, если сделать наращивание некачественными материалами у мастера-самоучки. Волосы при наращивании растут, причем гораздо быстрее, чем без него. Существует несколько типов волос для наращивания. Волосы бывают южные, они более толстые, более объемные. Волосы европейские, ну, я не знаю, как их отнести к этой категории. Раньше это волосы были восстановлены. То есть убиралась с них кутикула, заполнялась силиконом. Вот. Сейчас чаще все-таки встречаются либо южные, либо славянка. Славянка – это более легкие волосы. Вот, например, Оле лучше использовать славянские волосы. Они более легкие. Если вы определились с типом волос, следующий шаг – выбор технологии. Чаще всего в салонах используют итальянскую, японскую, английскую, немецкую, испанскую методики. Самым безопасным считается афронаращивание. К этому вопросу мастер и клиент приходят совместно. То есть во время консультации они выясняют сразу, какие волосы нужно использовать, для чего, для длины, для объема они будут использованы, какой тип наращивания будет выполнен, потому что существуют разные типы наращивания, ну, скажем, холодное наращивание – это клеевое. За процедурой наращивания надо идти к мастеру, которому вы доверяете, иначе вы рискуете выкинуть деньги на ветер, а в худшем случае лишиться прически. Действительно, нередко, что после похода к некоторым мастерам девушки начинают терять пряди в течение первых нескольких недель. Волосы могут сыпаться из капсулы по той причине, что капсула была, проклеивали капсулу уже на засиликоненную основу, вот, например, волоса, либо сам кератин был некачественный. Всегда, вот я кератин покупаю всегда в одном месте. То есть, вот, не экспериментируем. Вы можете уточнить у мастера, капсулирует он волосы сам или сразу покупает готовый материал. От этого тоже может зависеть процесс носки волос. Столько клея кератина, сколько мне нужно для формирования собственной капсулы уже на волосах клиента. Заводская капсула, она чаще всего либо кератин затекший, либо чуть больше нормы срезать приходится. От того, будет мастер сам капсулировать волосы или нет, зависит объем пряди. В идеале он должен подбираться индивидуально под каждого клиента, с учетом его типа волос и пожеланий. Количество пряди тоже обговаривается заранее. Можно добавить объем, можно длину, а можно увеличить и объем, и длину. В случае нашей героини ей будет достаточно 130 прядей. Если все сделано правильно, если периодичность носки не нарушена, то есть коррекция делается вовремя, клиент расчесывает волосы специальной расческой, которая прочесывает эти пряди, не травмируя,
Видите, как он, ну, чешет. От количества прядей будет зависеть и стоимость процедуры. В самарских салонах ценник начинается от 10 тысяч рублей. Цена зависит от качества волос. Дороже будет славянка, дешевле южный тип. Нарощенные волосы необходимо увлажнять. Помните об этом. Можно ходить в сауну, бассейн, заниматься спортом. И главное – получать удовольствие от красивых волос. Будьте довольны собой и почаще улыбайтесь. Смотрите нас в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния».